результату произволки она и там уступила и Ющенко, и Огарельцевой, и чуть-чуть только обогнала Юлию Ли. Последняя участница в этой группе — Мария Ставицкая. 11-е место после короткой программы. Ее тренер, тренеры — Татауров и Мишина. Обожаю довольных тренеров. Не люблю, когда кто-то грустит. Молодец, Мария Ставицкая.
так как здесь все было очень плотно, 53 балла было и у Каюмовой, и у Макаровой. Всего лишь на 3-4 балла их обгоняли Саханович и Госвияни. Здесь может быть любой расклад. Уже не говоря про Герасимову, которая, конечно, сильно ухудшила свой результат. Луп с тройной тулуп. По началу программы. Затем флип, луц, Ридбергер с тулупом. Так, там была небольшая шаткость. Сальхов, Ридбергер, два акселя. Хорошие вращения. Жалко, что на юниорских гран-при лишь на одном она получила приз. И не попала в финал. Меняет позиции во вращении, абсолютно не теряя центровки и темпа вращения. Вот Ридбергер с тулупом. И радость Татьяны Николаевны. Сейчас у нас будет подготовка льда, после чего мы уже увидим сильнейшую разминку. И что-то как-то оценки не торопятся сегодня. Вот и они, вот и они. 108.09. Неплохой результат. 161 балл 49 сотых. Таким образом, она...